Представители Общероссийского народного фронта встретились с предпринимателями республики. Тема разговора – организация стажировок для будущих профессиональных кадров. Четыре крупных предприятия, таких как мастерская «Гутичер», компании «Бавария» и «Дюбуа», завод «Электроцинк», ведут активную работу по привлечению стажеров. Например, в мастерской «Гутичер» сейчас стажируются 5 человек. Руководитель мастерской говорит, нехватка профессионалов в его сфере деятельности – большая проблема. И уходит она корнями в образовательный процесс. Те кадры, которые нужны, их не готовят. То есть, допустим, история с профтехучилищем номер 3, которое готовит мебельщиков, но оно готовит их раз в 3 года, группа там до 10 человек, вот сам казус такой. Соответственно, из-за того, что это долгое время происходило, и направления эти специальности не набирались, соответственно, и материально-техническая база в учебных заведениях, она скудна сейчас, ну, то есть ее практически нету. То есть это опять с нуля нужно выстраивать целую образовательную отрасль. Решать проблему нужно кардинально. Менять систему профильного образования и сознание абитуриентов, соглашаются предприниматели и специалисты ОНФ. Дело за студентами. Мы много говорим о безработице, много говорим о том, что рабочие специальности не востребованы. По факту, в ходе реализации, мы видим совершенно другую картину. Я думаю, что реализовав проект профстажировки, нам получится изменить не только экономическую ситуацию в регионе, но и поменять мышление молодых специалистов, что является в основе главным для нас.